Бывает так, что театральный спектакль входит в жизнь многих поколений и становится не только театральным событием, а отражением судьбы людей и города, в котором они живут. Более 30 лет назад, в только что освобожденном от фашистов городе, вновь открылся театр. И первой его постановкой была пьеса Антона Павловича Чехова «Три сестры». Именно чеховский спектакль стал для этих людей не просто произведением великого писателя, а своим близким, частицей их жизни. Но жизнь останется все та же. Жизнь трудная, полная тайн и счастливая. И через 1000 лет человек все так же будет вздыхать. Ах, как тяжко жить! И в то же время так же, как и теперь, он будет бояться и не хотеть смерти. Как вам сказать? Мне кажется, все на земле должно измениться мало-помалу. Уже меняется на наших глазах. Через 200, 300, наконец, 1000 лет, дело не в сроке. Станет новое. Счастливая жизнь. Участвовать в этой жизни мы не будем, конечно, но мы для нее живем теперь, работаем, ну, страдаем. Мы творим ее. И в этом одном цель нашего бытия. И, если хотите, наше счастье. Уже много лет идет на этой сцене чеховский спектакль. Идет в театре его родного города. Существует такое понятие – средний город. Как утверждают социологи, Таганрог наиболее полно соответствует ему. Средний по величине, средний по количеству населения. Таков он в схемах, графиках, расчетах. А для этих людей Таганрог – их город, их дом. Добрый старый дом. Был он крепостью, которую разрушали и возводили вновь. Был бесшабашным приморским городом, был купеческим, был революционным. Лучшие из его судьбы отобрала память этих людей и бережно сохранила. И они создали новый Таганрог, который гордо именуют теперь рабочим городом. Thank you.
Thank you.